Приветствую вас, друзья. Меня зовут Олег Минин. Сегодня со мной Алексей Буторин, эксперт по здоровому образу жизни. Приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые партнеры. У нас абсолютно классный сегодня повод встретиться, потому что продукт недели в эту неделю – матрикс-схем. Что такое матрикс-схем? Это аквабиотик костного мозга. Что такое костный мозг вообще, Алексей? Для чего он нужен? Какие функции? Ну, давайте разберемся. На самом деле, я считаю, что этот продукт не совсем недооценен нашими партнерами. Очень шикарный продукт, очень важный для организма. И давайте обо всем по порядку. Матрикс-схем – аквабиотик костного мозга. Костный мозг есть у каждого человека. И задача костного мозга – это формирование, во-первых, кровяных телец, клеток крови, и второе – вообще формирование стволовых клеток. Клеток, которые входят в любую ткань нашего организма. В общем, там формируются стволовые клетки, которые потом могут использоваться в формировании любой ткани. Возьмите любую систему – сердечно-сосудистую, иммунную систему, опорно-двигательный аппарат, да все что угодно. Везде есть ткани, которые формируются, которые обновляются. Им для этого нужен исходный материал – это стволовые клетки. Поэтому их для ткани организма называют мезенхимальные стволовые клетки. Они очень важны для нашего организма. Но дело в том, что после 40 лет, ввиду влияния различных факторов окружающей среды, нашего состояния, различных стрессовых влияний, тем более в это время, конечно же, это все оказывает пагубное воздействие на формирование вот этих кровяных телец и нормальное действие костного мозга. Функциональность его снижается с каждым годом, после 40 все хуже и хуже. Для того, чтобы позволить своему организму нормально формировать эти клетки, чтобы у нас хорошо обновлялась и кровь, и вообще любые ткани, чтобы быть здоровыми, в принципе, для этого и существует костный мозг, и вот эта его система формирования новых клеток. Поэтому, конечно, матрикс-схем здесь является одним из самых основополагающих элементов в нашей, так сказать, и профилактическом мероприятии, да, избавления от предпосылок к этим болезням, ну и также для уже восстановления, если такие заболевания есть. Очень хорошо он себя показывает при восстановительной терапии, например, после влияния химиотерапии, любых вот этих вот лечений, связанных, например, с раковыми заболеваниями. Восстановление иммунитета после перенесенного COVID-19. Очень много влияний, и поэтому я говорю то, что он недооценен нашими партнерами. Его вообще надо брать в любом сочетании. В любой программе он должен быть, да? В любой программе я считаю, что он должен быть. И здесь даже нет какого-то курсового такого лечения, потому что или там профилактика, он в принципе может быть в любой комбинации, в любое время года. Угу. И неважно, человек болеет или не болеет, если вам уже чуть больше 40, то обязательно его надо принимать. Вот. И мы еще, видите, подобрали специальные продукты, которые в комбинации очень хорошо будут работать. Это, конечно, Матрикс Элиптум с наличием там более 70 компонентов, которые очень хорошо будут работать с матрикс-хем. Ну и матрикс-салютом. Это как бы два таких основополагающих биотика, которые влияют на весь организм. Потому что хем, он не только позволяет нормально функционировать костному мозгу. Костный мозг сам по себе, он нам ну, как бы не оказывает никакого влияния. Сам по себе он работает и работает. Надо, чтобы он позволял восстанавливать наши ткани, нашу иммунную систему стимулировал постоянно. Вот для этого он нужен. То есть я правильно понимаю, что хем нужен, чтобы, если упростить, чтобы не стареть, да, чтобы оставаться молодым. Потому что все системы, когда восстановление органов работают, то мы и остаемся, по сути, молодыми. Это правильный вопрос, самый правильный вопрос, потому что сейчас, на сегодняшний день, многие это знают, что используется такая специальная терапия стволовыми клетками, угу, как раз чтобы сократить вот эту вот скорость старения, да, чтобы постоянно быть молодыми. Известно, что многие богатые люди и звезды, и кино, и эстрады, поп-звезды пытаются использовать вот такую терапию в качестве продления молодости. Но только чужие, я так понимаю, стволовые клетки, они небезопасны. Во-первых. Во-вторых, эта вообще вся схема, она достаточно такая болезненная, потому что, чтобы
принимать дозу стволовых клеток, надо собственные стволовые клетки, их достать и делать пункцию. Мозг в основном берутся из грудины, из подвздошных костей. Это не очень приятная вообще процедура. Вот. Для того, чтобы вот продлить вот эту молодость и не стареть, лучше всего наш продукт. Понимаете, дело в чем? Вот таким простым образом, брызгая себе под язык утром, вечером по 5-10 пшиков, мы стимулируем свой костный мозг, чтобы он нормально функционировал и производил эти стволовые клетки для нас самих. И организм сам выберет, где у нас проблемная зона, и туда направляет эти стволовые клетки, чтобы эти ткани восстанавливались. Да, здесь нет рисков, потому что это естественный процесс. Мы поддерживаем свой собственный естественный процесс формирования стволовых клеток, направления их туда, куда нужно, да, и так далее. Отлично. С продуктом салютом, так как он тоже идет, у него воздействие такое глобальное на весь организм, регуляция всего организма, то схема – это два таких мощных продукта, которые будут держать ваш организм под защитой от любого воздействия, и от вирусов, и от бактерий, и от всего остального. Ну и в принципе это нужно и как молодым, для того, чтобы профилактика, чтобы оставаться всегда молодыми, ну и более старшему поколению для восстановления, для продления нормальной, хорошей, здоровой жизни, чтобы быть счастливым, улыбаться и быть, просто радоваться жизни. Большое спасибо за внимание. Вот такой у нас удивительный сегодня продукт. До новых встреч. Вам здоровья, успехов. Пока. Пока-пока.